Японская компания Pitch Aviation будет принимать биткоины в качестве оплаты авиабилетов. Компания начинает работу с криптовалютой к концу 2017 года. Pitch Aviation хочет привлечь больше клиентов, особенно туристов из других регионов Азии. Компания Pitch Aviation Limited также объявила, что будет делать скидки для клиентов, которые оплатят билеты в биткоинах. Генеральный директор компании Pitch Шину Чиинуи утверждает, что они хотят поощрять зарубежных туристов и продвигать путешествия в пределах Японии.